Один из самых аварийных перекрестков снова во внимании инспекторов ГАИ. В этот раз дорогу не поделили два «Фольксвагена». Синий ехал по Либнихта со стороны городского парка по второстепенной и не уступил дорогу иномарке. Серебристый двигался по главной. Машины столкнулись. Одну из них вынесло на тротуар, прямо в здание на углу. Обе машины теперь напоминают больше смятые консервные банки. На дороге валяются осколки стекла и пластик от обшивки. Серебристый Volkswagen остался без переднего бампера. У него сработали подушки безопасности. Синий пострадал больше. Искорежены правое крыло, стойка, капот, бампер и колесо. Владелец легковушки из Гомеля признался, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Никто из участников аварии серьезно не пострадал. Анастасия Шевцова, Максим Галионко, Бобруйск, 360.